Проезд по железной дороге подорожает в Беларуси на 5-15%. Изменения коснутся внутриреспубликанского сообщения. Увеличение стоимости будет зависеть от расстояния. Например, цена билета на обычную электричку из Минска до Заславля поднимется на 6 копеек. До Молодечна на 17, на Штадлер до Орши на 43, а до Бобруйска на 35. На 11 водоемах Могилевской области запрещено купание. В Бобруйске это пляжи санатория Шинника и имени Ленина. На 6-м микрорайоне плавать разрешено только взрослым. В зонах рекреации, где есть ограничения, напомним, можно загорать и проводить время на берегу. Но работа торговых точек прекращается. Бобруйчанка стала жертвой фишинга и потеряла более 19 тысяч рублей. В мессенджере с 50-летней местной жительницей связался якобы сотрудник банка и сообщил, что в данный момент кто-то пытается оформить кредиты на ее имя. Женщина поверила, взяла несколько займов и перевела деньги на счет мошенникам. Позже она попыталась связаться со злоумышленниками по телефону, но номер был уже недоступен. Из-за пандемии коронавируса изменились правила въезда в Здравницы. Для белорусов и туристов они разные. Первым, чтобы отдохнуть в санатории, нужны справка об отсутствии контактов первого уровня, отрицательный ПЦР-тест и документы вакцинации от COVID-19. От иностранцев требуется только наличие отрицательного ПЦР-теста. Ванесса Каладинская пробилась в полуфинал Олимпиады в Токио. В 1/4 бобруйчанка была по всем статьям сильнее представительницы Индии – 9-3. В следующем раунде турнира по женской борьбе она померится силами с китаянкой, двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира. Поединок пройдет сегодня вечером в 18:55.